Ну вот, это мое жилище, моя студия. Это тот мир, в котором я и живу, и работаю, и отдыхаю, и делаю все. Но этот дом заряжен энергией таких классных людей. Безусловно, каждый человек, который входит в жилище, он оставляет свое поле, свою энергетику. И здесь оставили свое поле очень много классных людей. Это здесь была раньше студия, вторая студия Ленинградского рок-клуба, в которой были записаны где-то 20 или 25 пластинок, самых разных. Это была и Алиса, и Объект насмешек, и группа Авиа. Это и Борис Гребенщиков, и Мифы, и Джана Стингрис, и Сергеем Курехиным. И, конечно же, здесь долгое время, с 85-86 года, работал Виктор Цой. Мы здесь записали 3 пластинки. Это была «Это не любовь», «Одна незаконченная работа» и, конечно, группа «Крови». Любимое занятие, это знают все мои друзья. Я люблю больше всего на свете читать книги. Я каждое утро начинаю с книги. Мы с моей женой Леной больше всего на свете любим читать книги. Это давняя традиция нашей семьи. Это где-то продолжается очень много лет. Каждое утро я начинаю с новой книги. Очень часто ко мне приходят друзья, приносят свои книги почитать. Больше всего на свете я люблю научную фантастику. И мой любимый писатель в этом стиле – это Гарри Гаррисон.
Ну, а в свободное время от чтения книг я предпочитаю смотреть телевизор, смотреть видеомагнитофон, смотреть кинофильмы и, конечно же, свои видеоклипы. Но это только тогда, когда ко мне приходят друзья и просят их показать. Ну, а вообще так, без друзей я никогда их не смотрю.